Здравствуйте. В студии с новостями нашего города Константин Перевозчиков. Вот уже более 9 лет Константин Перевозчиков работает на радио. Он рассказывает саровчанам обо всем, что происходит в нашем городе. Перед каждым выходом в эфир Константин тщательно готовится, подбирает интересные новости и старается все сделать на высшем уровне. Он понимает, что результаты его трудов по радиоволнам дойдут почти до каждого саровчанина. Сейчас новости искать гораздо проще, чем это было нашим коллегам лет 30 или 40 назад, потому что есть интернет. Есть масса других источников, есть, в конце концов, инсайды, из которых можно узнать информацию, которая не подтверждена, но, скорее всего, будет правдивой. Сегодня в Сарове вещает более 20 радиостанций. Одни из самых популярных в нашем городе – Радио 7 на Семи Холмах, Серебряный Дождь и Радио Рекорд. Их общий охват аудитории – более 100 тысяч человек. Все радиостанции так или иначе покрывают целевую аудиторию, наиболее платежеспособных клиентов и представляют максимум возможностей для рекламодателей, да, для поднесения информации о своем продукте и так далее. Поэтому можно обращаться в рекламное агентство наше и по телефону 37-260 и получить полный спектр услуг. Сигналы передаются с радиотелевизионной башни. Традиционно в день радио самая высокая башня Сарова зажигается разноцветными огнями и создает своим видом атмосферу праздника. Редакция нашего канала поздравляет всех причастных с профессиональным праздником. Желаем вам всегда быть в курсе событий. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.